Ребят, привет, с вами Игнат, я со Светой. Снова, да, я все еще здесь. Где мы? В офигенском месте. Большой Крымский каньон, посмотрите на эти просторы. Вон какие леса. И мы, короче, сейчас пришли. Подъем был непростой, вы можете посмотреть во влоге. Ну, в принципе-то ничего такого, ну, просто с непривычки, скажем так. А так, перепады нормальные, поначалу там было немножечко... Ну, это тоже с непривычки. В общем, влог будет в описании. Ссылка будет на влог в описании, посмотрите. Ну, а мы сейчас пойдем по этой красоте и всю эту красоту будем снимать. Все, начинаем. Ну и давайте я вам поближе покажу. Мы сейчас вот здесь наделали фотографии. Вот на этом камне сидели. Просторы. Причем там внизу есть тропа, по которой люди спускались. Да. Она такая козлиная, но тем не менее... Вот если она... присмотреться, она, в принципе, вот тут. Прослеживается, да. Да. А и вон она там, вот я сейчас туда камеру, я руку сую, у меня рука-то ближе. В общем, вон там, куда смотрит камера, она вот так вот идет, и вот так вот по низу. Мы сейчас с людьми общались. Ну, как общались? Эй. Да, слышно хорошо. Слышно хорошо, да. Смотрите. Эхо. Эхо, давай ты. Я не умею, у меня голос тихий. Эгегей! Ну, мне... Давай вместе. А, я слышала. Да, было. Да, ну пошло туда по каньону. Ты что сейчас будешь кричать? Давай. Просто. Давай. Раз, два, три. Нифига, как далеко расходится. Да. Крутяк. Надеюсь, мы никого не испугали. Все, пошли мы дальше. Мы идем, ребят, вдоль ущелья. Вон какие тут деревья. Очень много шишек на дорогах. Ну да. Это уже не первая дорога, по которой мы идем. И они все усыпаны шишками. Делали фотки сейчас. Такие крутые фотки получились. Так мне нравится природа эта крымская. Этот каньон, это вообще, конечно, что-то с чем-то. Сколько, видите, шишек. Слушай, сегодня такое ощущение, что все-таки этот второе дыхание это открылось. Или то, что мы по равнине, да, идем. Да, это не кажется, что будет какой-то небольшой подъем. Я думаю, мы его уже легче преодолеем. А самое. Нам до Ялты еще 16 километров идти. Если кто-то, ну так, просто набрел именно на этот ролик. Мы приехали в Соколиное, потом ходили в Большой каньон, купались там. Потом поднялись сюда, чтобы сверху посмотреть на Большой каньон. А вообще мы идем в Ялту. И по нашим планам мы часа в 3 должны были это все посмотреть. Ну, по моим. Ты, наверное, тоже так же планировала? Я не знаю. И я думал, что часам... А, нам навигаторы так планировали, что мы в 9 будем там. Ну, да. Сейчас мы поднялись сюда, посидели чуть-чуть, посмотрели на каньон. Со страхом достали телефоны посмотреть на время. Время уже полдевятого, говорю. Полпятого, слава богу, еще. Света говорит, самое главное не смотреть на время. Ну что, говорит, мы же гуляем. Чует мое сердце. Догуляем, да? Будет прошлогодний повтор прошлогодней ситуации. Будем из плата спускаться с фонарями. Успеем? Ну вообще 5 километров в час, да, человек идет? Да. А нам 16. Это 3 часа. Мы же сейчас спускаться будем, спускаться. Дай бог до 9 успеть. Мы идем. И как вы думаете, вот это видовая, нет? Да, вот. Там лучше было. Да, там лучше было. Мне тоже там больше понравилось. Помашем! А это вертолет МРИ похож. Может, они над каньоном возят экскурсии, показывают. В вертолете сидят люди, наверное, думают, вы как сюда попали, да? Да, мы, у нас видовее была видовая, где мы сидели. Ну и хорошо, значит, мэпс мне иногда врет. Здесь называется Коровий грот. Значит, где-то здесь есть грот. Внизу? Да нет, вроде как. Наверху?
Да, пониже, кстати, но в параллельной вот этой тропке. Ну, мы уже не пойдем в Гроды, наверное. Да. Ну что, все, все по нашим пунктикам, пум, пум, пум. Осталось спуск Ялти, пум? Ну да. Ну мы сегодня и так с тобой до хрена посмотрели, да? Да, я считаю, что очень насыщенно было. Ну не была еще. Нам предстоит еще половина пути. Это да. Называется. А где ваши? А, пошли смотреть на каньон. А, по тропинке там, да? Да, это есть. Угу. Я, кстати, не читала вчера. Что о них пишут? Ну, типа, это вот рука, типа, места силы изображают. Ну, не знаю, по-моему, это просто рукотворство отдельных знаменитых граждан. Извините. Личности, да? А, вон грот, кстати, видишь? Где? Вон, дырка. А, нифига себе. Да к нему, наверное, фиг залезешь, да? Ну, не можно я залезть. А, так нифига, там дорога целая. Там дорога, вот, если хотите выйти, вот. Пойдем сходим? Все равно мы тут. Давай. Че нам уже терять? Часом плюс, часом минус. Нам уже терять нечего. Ребята, короче, вон мы видим дорогу. Вы видели, что мы ее узрели. Грот этот кровью. Это вон дырка прям в камнях. В камнях. В скале, блин. В камнях. Так, а мы правильно идем? Или нам пониже надо было? Наверное, пониже. Короче, будем мы сегодня ночевать здесь, в коровьем гроте. Красиво. Очень. И вот это вот скала, вот и коровий грот, да, откуда он там взялся? Ну, так, древний. Выдолбили? Да. Типа Чуфут-Кале? Угу. Ну, Татьянин грот, он естественный. Ты не была же там в Татьянином, да? Ты бы, ну, он, то, что ты видишь на фотографиях, умножает еще раза на 3, на 4. Фотографии этого масштаба не передают. Он просто огромный. И самое главное, что там сталактиты огромные. Хорошо, что он далеко. Сталактиты на месте, то у нас же народ варвары. Да. Прийти все это, позбивать, мусор выкинуть и уйти оттуда насрать. Меня вот больше всего здесь меня радует, что я не вижу мусора. А там на курортах, да? Ну, потому что здесь ценящие люди ходят. Та алкашня, которая выпьет бутылку вина и бросит ее там в можжевеловой роще, она сюда не пойдет. И вот это радует, что это быдло там сидит и этой красоты не видит. Ого. Ребята, это супер огромное. Я вам сейчас покажу. Как бы вон. Видите? Прямо над нами. А если вот так посмотреть? Вон что под нами. Вон там. Лучше тут, конечно, идти супер аккуратно. Ну, глянь, какие виды там. О, я здесь смотри, откуда мы спустились, как отвесно смотрится. Красота! Сейчас зайдем, а там тоже занято. Что ты говоришь? Слушай, ну это для нас, для путников. Я зажигалку взял, я не курю, но взял на всякий случай. О, я думал, он глубже. Ну-ка, сниму тоже рюкзак. Опа! Наше оборудование. А прикинь, проснуться здесь. Ракушка. Почему коровий грот, интересно? Не знаю, может, на рог корова похожа.
А почему грот? Я думал, грот это такое что-то, что... Ну, грот это пещера, пещерка. Шишки жгут. Вот кто-то же здесь заночевывал. Ну да, я уверена. Какие-то романтики. Уже завтра он бежит. Здесь даже, по идее-то, не надо никакой палатки, да? Я говорю, не надо. Летом вообще спальник и каремат, все. И ну, каремат это что такое? Ну, пеночка. Пенка. Ну. Я тоже так подумал, что пенку и все. И завернуться, укрыться чем. Как вам эти виды? Высший класс, ну, впечатляют, конечно же. Тогда с экскурсией, конечно, в эти места нас не водили. Нас давали в молодости обратно. Поэтому я не люблю экскурсии. Я тоже. Я еще не люблю очень экскурсии, потому что везде, кого не слушаешь, куда бы ни привели, здесь снимали Шурика. Его везде снимали. Я им просто не верю, этим экскурсоводам. Ну, как бы это их... Нет, они правду говорят, но... Их работа преувеличивать, приукрашать. Ну да, ну просто они же... Люди же хотят слышать сказку. Да, и плюс всем не угодишь. Нужно же, чтобы это... Ну, какого-то универсального, среднего, как туриста рассчитано. Ну и, соответственно, экскурсии все универсальные и средние. Поэтому я такое... Ну да, самое главное, чтобы нравилось. Вон там, ребята, реально, как будто место... Как я тебе сейчас сказал? Алтарь. Алтарь, да. Как будто там была икона, и вот это как будто уже специально тоже высечено. А грот, кстати, издалека мне казался больше. И глубже. Я, конечно, ни в коем случае не разочарован, но когда мы были на другом конце, он мне казался побольше намного. Тут смотрите как. Слушай, даже при желании-то и вот здесь можно заночевать от дождя, да? Да. Прям такая... А как это так образовалось, как ты думаешь? Ветром? Да. Офигеть. Такое. Вот, вот, да? Да? Офигеть. Вон какой он огромный, кажется, со стороны. Мы еще увидим каньон? Или мы с ним прощаемся? Мы сегодня и в каньоне, и на каньоне, и вдоль каньона, везде побывали. Смотрите, ребята, какие два одинаковых дерева. Ты знаешь, что это за дерево? Похоже на дуб. На дуб? Бук. Бук. Посмотрите. Ну, так, вот так. И вот так. И ветки, главное, расходятся как. А что там написано? Трава не дрова. Видите, как бы вот так расходится идет, и потом еще ветки вот так кверху расходят. Ну вот тут-то, ребята, вон конкретно видно, что ездит на внедорожниках. Это, наверное, эти джипы, которые туры предлагают, стоят. В этом году заметил, везде этих джипов стало. Вон где мы идем. Вон откуда мы вышли. И спускаемся. А еще, наконец-то мы спускаемся, а не поднимаемся. Но чует мое сердце, подъемы наши еще не окончены. Как бы не заставило долго ждать, мы опять поднимаемся. Уже 13? Нет. Мы насчитываем, сколько, сколько километров до Ялты. Пока 14. Сейчас, знаешь, я хочу посмотреть, сколько до Ялы, до Комбо, например. Ребята, знаете, народу на самом деле много в лесу. Вон, смотрите, идут и идут. И нам подъем предстоит вверх 345 метров. Полкилометра. Ну, это меньше, чем полкилометра, но это довольно много. Но этот подъем 4 километра длится. А потом 10 километров как бы нормально. Вот. Вот этот подъем 4 километра. Да. Крепись. Да уж. Здравствуйте. 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 Ребята, как вам вот это дерево? Ой, мы, конечно, в гору идем. Мы все идем. Поэтому отдышка.
Смотрите, какое шикарное дерево. Свет! Ты как? Я нормально. Слышишь, что-то едет? А что там едет? Наверное, квадроцикл. Тут следы повсюду. Таких деревьев на самом деле много. Что такое один ствол из него? Много-много этих стволов еще. Мы идем. Мы сейчас поднялись. Долго-долго-долго мы поднимались. Посидели водички, попили. Сейчас у нас небольшой такой спуск, потом еще на 100 метров подняться, и потом вроде на 100 метров потом все мы поднимемся, и потом все вниз и вниз, да? Это мы уже будем на гряде где-то, да? И мы уже... А, вот до гряды нам совсем малеха осталось, да? 2,7 километров до гряды, и все, будем на Ялту спускаться. Потом еще 10 километров. И потом еще 10 километров вниз. Побам. Это было бы не так... Ну, как бы это было бы вообще... О-о-о, если бы было 2 часа дня. А время уже 6, наверное, 7 час. Фонари есть, пауэрбанки есть, да? Ну а что там уже, где до Ялты дошли, там уже... Да. На нашей улице праздник, на нашей улице счастье. Нам хоть немножко доспускаться. Но это, ребят, затишье перед бурей. Нам сейчас предстоит еще вверх идти. Да, финальный рывок, и все, мы уже на Ялту, на Ялту, на Ялту. Ребята, посмотрите, какие открываются виды. Идем и говорим, что за весь день, мы идем весь день, мы любуемся красотой, видели каньон. И все равно подошли, о, какие виды, блин. Говорю, смотрите, мне кажется, я вижу мираж. Или это беседка там? Говорит, беседка. Добротно, да? Слушай, здесь давай будем ночевать. Можно было бы распилить пенки и прям на столах лечь. Да. Это круто. А что это веревка? От дождя, и можно белье повесить, сушить. Все, да. Можно сделать. 5 минут сидим? Да, ну давай 2 минутки. Берем водичку, отдыхаем. И идем. Съели мы пачку сухарей с новыми силами. Прям летим в горы. Ребят, вон видно уже сквозь деревья просит. Все, мы уже практически на вершине. И нам останется всего лишь 10 километров. Да. Каких-то 10 километров. Света говорит, это же меньше, чем мы прошли за весь день. Ой, это же меньше, чем мы прошли, я говорю, за весь день. Люди, мы на вершине. Все же это вершина. Вершина, типа все, мы теперь будем только вниз. Аллилуйя. Все, зайдем на гору в комбо-бо. Вот это. Конечно. Что нам стоит, да, уже? Давай рюкзаки здесь оставим. Комбо-бо, да комбо-бо. Да. Слушай, блин, а без рюкзака я прям... Прибавил скорость. Я ощущаю себя прям свободно парящим. Ага. Мы вон где, мы за метеостанцией. Да, так далеко меня еще ни разу не заносило. Че, мы сейчас давай вниз и на Петре, да? О, конечно. И в Мисхоре спустимся. Там. Там тоже какая-то красота. Как в этом, как в каньоне. Да, я думала, что будет. Слушай, а что за пелена такая? Где пелена? Ну вот как синий. Это все уже этот. Закат? Закат начинается. На вершину не пойдем? Пойдем.
Ребят, ну и чтобы была затравка на следующий ролик, как мы вообще, в принципе, идем вниз. Мы закругляемся тоже с этим роликом. Света уже... Я пьяная, хотя я не пила. Я только вроде из родника. Спасибо, ребят, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал на этот, если смотрите без подписки на влоговый. Что мы видим? Что вы увидите в следующем ролике? Это море? Нет, море-то там, наверное. Что там тогда? Тоже море? Тоже море. У нас уже галюки. Спасибо, что вы, в общем, лайкайте видео, пишите свои комменты. Все, мы с вами прощаемся. С вами был Игнат, я со Светой. Пока!